Леша. 2. Романтик. 2. Сим. 2. Даша. 2. Ник. 2. Ботанша. Ну вот, прозвенел звонок, а в классе, как всегда, никого нет. Ничего нового. Даша, звонок на урок был. Ну и что? Ну, она имеет в виду, что нужно учиться. Я ничего, кстати, сегодня не выучил. И я ничего не учил. Я вообще забыл, что на сегодня что-то задавали. Ребята, сегодня мы на уроки не идем, а вместо этого будем играть в бутылочку. На поцелуй, ма или наказание. Сегодня вы узнаете о нас много всего интересного. Узнаете, кто на самом деле ботанша и ботанша ли она вообще. Мы подстрижем на лысо спортсмена, снимем Сима маску и узнаем у Нюши, какой у нее размер. Чего? Ребята, вы о чем? Ноги. Также вы узнаете темное прошлое Ника и почему Елизавета Леопольдовна ушла в декрет и как с этим связан романтик. Чего-чего? Шутка, но все равно вы узнаете о нас много всего интересного, веселого и захватывающего. Погнали! Ну что, друзья, вы готовы сегодня удивить наших подписчиков? Готовы! Но, Даша, учти, сегодня я свою маску снимать не собираюсь. А я свой размер ноги говорить вам не буду. Ну а я к уходу учительницы Елизаветы Леопольдовны никакого отношения не имею. Ну а я стопроцентная ботанша. А мое темное прошлое было давно, и это неправда. Даже если выпадет наказание, подстричь меня на лысо, в этом ничего страшного не будет. Все равно мои волосы отрастут за 2 месяца. Ой, ребята, то выполнять не буду, это выполнять не буду. Ну и ладно. Так, давайте я буду первая крутить бутылочку. Сим? Нет, Симом я целоваться не буду. Так, тогда я вытягиваю наказание. Эй, а могла бы и поцеловать? Что я тебе плохого сделал? Эй, вообще-то ты мой парень, а я твоя девушка, и я здесь сижу. Так что Даша правильный выбор сделала. Ну давай уже, читай, какое тебе наказание выпало? Так, мое наказание сделать с каждым игроком упоротое фото. Ого, прикольно! Слушай, Даша, а может мы потом тебе все это в Инстаграм зальем? Сим, помолчи! А чего ты ему рот закрываешь? Хорошая идея, заодно посмеемся! Ну, а я согласна с Нюшей, я не хочу, чтобы мои упоротые фотографии были у Даши в Инстаграме! Ник, а ты почему молчишь? Поддержи нас! А я поддержу пацанов! Мне вообще-то тоже нравится идея Сима! Ну, хорошо, ребята, раз многие из вас хотят, тогда давайте! Обязательно после просмотра этого видео заходите в мой Инстаграм, ссылочка внизу под этим видео, и смотрите эти фотографии, они уже будут там. Не забудьте их лайкнуть и написать в комментариях, чья фотография вам понравилась больше всего. Следующим будет крутить бутылочку Сим. Так, выпал спортсмен. Я с тобой целоваться не буду, так что я лучше выберу наказание. Да-да-да, правильно, что ты наказание выбрал. С мальчиком я не желаю целоваться. Ну, говори, какое уже тебе наказание выпало? Чего молчишь? Эх, лучше бы бутылочка выпала на меня, а не на спортсмена. Что-что-что? Что ты там сказала? О, да ничего. Это я просто так мысли вслух. Слишком громкие твои мысли вслух. Так, не помогая себе руками, двигать носом любую мелкую игрушку до определенной цели. А, ты это легко выполнил. Ребята, сейчас мы немножко подготовимся и покажем вам, как Сим будет выполнять это наказание. На старт! Внимание! Марш! Давай! Давай!
Сим, да ладно, на словах всем легко, а когда выпадает такое задание, то тогда уже тяжело. Мальчики, не спорим, следующий крутит бутылочку, как раз таки спортсмен. Опа! Ну чё, целоваться будем? Ага, Ник, еще чего? Я выбираю наказание! Ты что, реально был готов поцеловаться со спортсменом? Да это шутка была, нет, конечно! Да кто тебя знает? Вон у тебя футболка, какого цвета? Синего! Ой, да ладно, у самого штаны такого же цвета! А штаны не считаются! А я тебе давно говорила, сними ты уже эти штаны, ты в них выглядишь как этот! Ну ладно, потом напомню! Так, тишина, я читаю задание! Представь, что ты маленький ребенок, и пусть игрок слева накормит тебя йогуртом. Сейчас я тебя накормлю. Ребята, пока парни там готовятся, я вам быстренько напомню, что под этим видео нужно поставить лайк. Да-да-да, прямо сейчас поставь палец вверх. А еще, если вы каким-то образом смотрите мои видео без подписки, это нужно сейчас же исправлять. Кнопка подписаться не должна быть красного цвета, она должна быть серого цвета. Поэтому подписывайся на мой канал, а также нажми на колокольчик, чтобы к тебе первым приходили уведомления о моих новых видео. Ну что, парни, вы готовы? Готовы! Готовы, говорю! Корми давай! Давай, кормлю! Ну ты мой хороший! Давай, за маму! Давай, вторую! За папу! За братика! У меня нет братика! Ну тогда за сестричку! Давай, давай, мой хороший! Хотя подожди, у меня есть братик! Ну тогда давай, отлично, давай! Вот чё! Давай еще одну! Оп. А за Ника? Ты серьезно? Это Мора! А вы чего смеетесь? Вы не видите? Я вырвал все! Да видим, видим! Так, спортсмен у нас накормленный, а обрыганный Ник крутит бутылочку. Спортсмен, ты теперь видишь, как меня из-за тебя называть начали? Ну, я сейчас 100% буду целоваться. И не важно, кто сейчас выпадет. О, хоть где-то мне за сегодня повезло. Эй, ты перед тем, как меня поцеловать, лучше сначала вытяни, куда ты меня будешь целовать. Давай, давай. Ну ладно, а я тебя буду целовать... в шею! Наконец-то! Первый поцелуй за всю игру! Ботанша, крути бутылочку! Эй, ребята, мне что-то такая игра вообще уже не нравится! Ботанша, ты мне сама запрещала с кем-либо целоваться! А сейчас что? Как это называется? А это, Сим, называется игра! И если ты не знал, игра в бутылочку! И заметь, это не я его целовала, а он меня! Так, все, что это я много говорю? Буду крутить! Класс, класс, класс! Романтик, 100% поцелуй! Так, а целовать я тебя буду в щечку. Ты готов? Да, я всегда готов! Ну, и как ты мне это объяснишь? Во-первых, это игра, а во-вторых, это она меня поцеловала, а не я ее. А в-третьих... Ты еще скажи мне, что тебе это понравилось. Нет, конечно же не понравилось. Да-да-да, я вижу. Ну давай, крути бутылочку, романтик. Ага. Сим, бутылочка выпала на тебя. Романтик, что выбираешь? Поцелуй или наказание? Ну что, романтик, давай, целуй Сима. Как ты мне там говорил? Это же игра, бутылочка. Давай, целуй Сима прямо в губы. Я, пожалуй, все-таки наказание выберу. Не хватало мне еще и поцелуя от романтика. Так, и что там у нас? Ага, признаться в любви Джессики Кэт на весь колледж.
Ха, да запросто! Идеальное задание! Джессика К! Я вас люблю! Ого! Звучало как самое настоящее признание. Ага, он даже мне так не признавался. Ого! Красавчик! Я очень рада. Я их на занятии жду, а они там играют. Ребята, Джессика К, наша директриса сюда идет. Прячем, прячем. Даша, а ты чего сидишь? А че сижу, че сижу? Поздно уже. Так, 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 так. Играемся, значит, да? В бутылочку на поцелуи. Нет, Джессика, какая бутылочка? Какие поцелуи? Зачем ты мне ее даешь? Держи. А мне зачем она? О, это что? Да, Джессика Кэт, мы бутылочку играем. Присоединяйтесь. Романтик, зачем ты это сказал? А затем, что лучше с директрисой в бутылочку играть, чем на занятиях с ней сидеть. Я правильно говорю, ребята? Правильно. Неправильно. Ботанша, молчи, а то еще раз поцелую. Романтик, все правильно. Правильно ты говоришь, да? Джессика Кэт, давайте присоединяйтесь уже к нам играть. Я вам обещаю, будет весело. Да, я вижу, у вас весело. Хорошо, я крутану разок. Джессика Кэт, бутылочка выпала на меня. Ну, давайте, выбирайте. Поцелуй или наказание? Так, я выбираю наказание. Зайти в кабинет директора и исправить в журнале оценки. Я не поняла, кто эти задания придумывал. Даша, ты что ли? Джессика, это не я. Это Асим сделал. А почему сразу я? Даша, почему ты всегда меня что-то бросаешь? Я тебе что, мусорный бак что ли? Это он вообще Нюша писала. Какая еще Нюша? Это все Романтик. А что Романтик? Я вообще не в теме. Это Ботанша. А я Ботанша? Я такого написать не могла. А Ник мог. Джессика Кэт, я же ваш любимчик. Как я мог такое сделать? Понятно. Я вижу, правды от вас я не добьюсь. Давай следующее наказание потяну. Так. Зайти в кабинет директора и найти ответы на предстоящую контрольную по философии. Вы что, здесь вообще уже все обалдели? У вас все такие задания? Да я вам всем двойки поставлю по философии. Ну вот, теперь я двойку получу. Чья была идея играть в эту бутылочку? Ботанша, успокойся. Я же ее любимчик. Я пойду и договорюсь за вас всех. Она вас простит и двойки ставить не будет. А если ты не договоришься, я опять наемся йогурта и обрыгаю тебя. Не переживай, договорюсь. За тебя в первую очередь. Ребята, ну все, хватит. Сим, крути бутылочку. О нет, Ник. Ну с тобой я уж точно целоваться не буду. Я выбираю наказание. Сим, тяни уже наказание. Да тяну, тяну, что не видишь что ли? Так, сделать 10 приседаний напротив носа того, на кого выпала только что бутылочка. Чего? Четыре. Давай, Сим, всего лишь 10 раз нужно присесть. Ты поаккуратней там. 7, 8. Сим, ты так низко не приседай, а ты еще газанешь мне тут. Да не газану, я не газану. 11, 12. Только 10 раз нужно было присесть. Ну, а я уже сколько сделал? А ты уже 12 раз присел. Хорошо, что Сим хотя бы не газанул. Все, кто следующий бутылочку крутит? Ну, вообще-то ты.
А, я! Ну так же давай, не давай, 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 давай. Выбирай наказание. Да ладно, Ботанша, не бойся. Я выбираю наказание. Так, что тут у нас? Спародировать бабку, которая сидит возле подъезда. Да элементарно, сейчас все увидите. Итак, ребята, пока не готовятся, я напоминаю всем тем, кто до сих пор не поставил лайк. Давайте, ставьте палец вверх, не жадничайте. Каждый ваш лайк для меня это мотивация, вы же знаете. Ник, ну что, ты скоро? Какой Ник? Я бабка. Целыми днями возле подъезда сижу. Семки лускаю и с бабками трындю. Ну что ты, внучок, ты хорошо кушаешь? Ты не голодаешь? Нет, конечно. О, Кошина, ты, наверное, Вискас кушаешь. Ну чё, а ты почему такой бледный? Ты что, вообще не загораешь? На море не ездишь? Молодой человек, а вы почему так плохо выглядите? Я вообще-то девушка. Какая девушка? Вот девушка, волосатая какая. Я вообще-то пацан. Внученька, а ты почему в очечах ходишь? Небось, в компьютеры свои играешь. Эх, молодежь, молодежь. Вау, круто, мне понравилось. Он и вправду, как бабка старая, ворчит. А мне не понравилось, он меня девочкой назвал. Да ладно, это же шутки. А мне понравилась его пародия. Слушай, Ник, а ты сможешь так спародировать нашу Джессику Кэт? О, да, было бы круто на это посмотреть. Легко. Ну, погнали. Ну что это такое? Все как всегда. Звонок прозвенел, а вас все нету. Ну почему? Тебе двойка, всем двойки поставлю. Вот, Ботанша, ты единственная нормальная ученица в классе. Вот берите пример с Ботанши. Даша, а у тебя вообще ужасное поведение. Спортсмен, это тебя тоже касается. Романтик, а ты постоянно спишь, ты даже сейчас спишь. Ну что это такое? Нюша, разбуди романтика, пожалуйста. Ну все, Джессика Кэт успокоилась. Теперь можно проводить урок, мои хорошие. А я не поняла, а кто это за вместо меня там урок проводит? Ник, что здесь у вас происходит? Джессика Кэт, в общем, мне просто выпало такое задание, мне нужно было спародировать бабку, потом ребята попросили спародировать вас, в общем... Миша!